уже утро. Мне пришли смски. А, сегодня день рождения Моньки. О, я даже забыла. Кен, дорогой, вставай. Мы сегодня должны сходить на вечеринку. О боже, опять я из-за него опоздаю. Вкусный завтрак все наладит. Кен, Кен, ну давай, вставай. Посмотри сюда, Кен, посмотри, какой я вкусный завтрак для тебя приготовила. Завтрак. Обожаю свежее молоко. Очень приятный на вкус. Большое спасибо, Барби, за вкусный завтрак. Это все было вкусно. Кен, я очень счастлива, что тебе все понравилось. Дорогой, мне надо отнести посуду на кухню. Я все еще чувствую себя сонным. Еще 5 минут. Какое же платье выбрать для вечеринки? Это выбрать или же это? Даже не знаю. А, Кен может мне помочь. Кен! Кен! Кен, я из-за тебя опоздаю на день рождения моей самой лучшей подруги. Я даю тебе 5 минут. Кен, ты уже готов? Да, я готов. Даже постель убрал. Я люблю тебя, Кен. Ага, настало время выбрать платье. Начнем с этого платья. Я полюбила это платье, но оно слишком просто для вечеринки. Что скажешь на это серебряное платье? Оно ослепляет глаз. Даже имеется ремень. Не ожидала, что так красиво буду выглядеть. Самый отличный выбор. Оно красивое. Это даже да. Кен, я готова. Можем идти. О, нет.